встречи. То есть это нужно будет делать быстро. Не будет уже нескольких месяцев на то, чтобы все там исследовать, прочувствовать, испытать, изучить. Нужно учиться доверять Святому Духу. Настолько, чтобы мгновенно реагировать на любые изменения, на движение вектора, направления. Потому что эти изменения будут частыми, будут быстрыми, будут неожиданными. И если мы будем сомневаться, то мы будем пропускать, мы будем как бы вылетать с трассы Духа Святого. Вылетать на какую-то обочину, потом возвращаться, но что-то будет упущен момент кайрос. Поэтому кайрос будет как вспышка приходить, и от нас будет требоваться быстрая реакция и вхождение в эти двери, которые будут открываться ненадолго. Те, кто сомневаются, они не будут успевать войти в эти возможности. Сейчас, когда мы учились все эти годы знать голос Святого Духа, знать голос возлюбленного, приходит время реагировать на этот голос. Как эта невеста, которая не хотела вставать с постели, а когда встала, то жених ушел уже. То есть кайрос был упущен, момент был упущен. Поэтому быстрая реакция на изменение, направление, движение вектора Божьего. Это будет требоваться от церкви, которая будет стоять на острие, на передовой. Аминь. Как различать твой голос и повиноваться ему, чтобы не оказываться вне, как бы на обочине, двигаться в эпицентре, двигаться на этой оси твоего движения. Ловя эти изменения, улавливая эти изменения направления, эти перемены, которые будут происходить во всем, в стратегии, в тактике. Ни к чему не привыкая, не полагаясь на какой-то опыт, который был успешный опыт прошлого. Но быть открытыми для этих новых стратегий, для этого времени, открытыми для кайрос и для рема, для жизни твоей. Слава тебе. Аминь.